Наши коллеги в Ленске побывали в котельной номер 5 и на пульте управления всеми малыми котельными города. Как работают бригады коммунальщиков, чтобы в домах и учреждениях ленчан было тепло? Сюжет Елены Парыгиной. В бригаде на выезд дежурный оператор, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматов, мастер газового оборудования. У последнего с собой газоанализатор. Небольшой карманный прибор мгновенно засигнализирует, обнаружив утечку газа. Примерно он работает так. Сейчас покажем на примере зажигалки. То есть, в принципе, тот же самый газ у нас. Сейчас, секундочку. Вот он сработал, показание газа, что наличие газа имеется в воздухе. Ежедневно проводится запуск резервных котлов. Это обязательное мероприятие. Без запуска котел может стоять только трое суток. А дальше его эксплуатировать будет нельзя. Только после специальной проверки технической защиты блокировок. Резервные котлы всегда должны быть готовы к работе. Допустим, если один сломался, у меня есть резервный, я запущу второй и будет... Тепло, будет горячая вода. Все малые котельные, в том числе и в микрорайоне Алроса, автоматизированы, проверяются на месте трижды в смену. Некоторые прогнозы уже обещают температуры в зимний период ниже нормы. Но для малых котельных Ленска эта разница нипочем. Оборудование в норме, за пультом управления профессионалы. Елена Парыгина, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».